свет и не заря. Мы отвечаем за комфорт, и вот день ЖКХ придумали не зря. Мы праздник ждали целый год. 18 марта на сцене Дворца творчества детей и молодежи чествовали работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Профессиональный праздник слесари, сантехники, водопроводчики, электрики, дворники и многие другие специалисты встречают каждый год в третье воскресенье марта. По традиции, в этот день они принимают благодарности, получают премии и награды в свой адрес. Очень приятно работать всегда с профессионалами, а вы, несомненно, являетесь профессионалами. И хотелось бы пожелать поменьше аварийных ситуаций, ну и счастья в ваших семьях, чтобы у вас всегда было дома, скажем так, ваш тыл всегда был прикрыт, чтобы у вас в семьях всегда было счастье и добро. Сотрудники сферы ЖКХ каждый день обеспечивают порядок и комфорт в домах и на улицах Копейска. Со сцены их поздравили художественные коллективы дворца. Выступления артистов украсили церемонию награждения. Почетные грамоты главы Копейска вручили представителям различных городских служб, таких как Копейские системы водоснабжения и водоотведения, городская служба заказчика и, конечно, специалистам управляющих компаний города. Так на сцене отметили Александра Якушкова, главного инженера АДС «Профи», посвятившего созданию тепла и уюта в домах копейчан 17 лет. После шахты, когда шахты закрыли все, пошел работать в жилищно-коммунальное хозяйство и начинал, в общем-то, с электромонтера простого. Все службы прошел, диспетчера, начальника, мастера электроучастка, энергетика и главного инженера. Также копейчанам вручили благодарности губернатора, почетные грамоты от Минстроя области и собрание депутатов Копейска. В числе награжденных Галина Алексеева, старший бухгалтер управляющей компании АДС «Профи». В этой профессии важно иметь выдержку и, в общем-то, любовь к людям, чтобы разговаривать с ними и все терпеливо объяснять. В нашем обслуживании находится 6 домов. Есть 10-этажки и есть 2-этажки. В сферу деятельности входит обслуживание домов, начисление, паспортный стол. То есть я конкретно занимаюсь начислением по услугам и паспортный стол, прописка, выписка. Отметим, что праздничный концерт состоялся впервые за несколько лет. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия каждый год.